конечно, следим, как все запорожцы. Но мысли какие? Я лично мало верю, что взорвут. Или если взорвут какой-то теракт, чтобы просто напугать. Я не думаю, что будет такой прямо выток радиации и что-то как-то повлияет на нас. А такий маленечко, маленька в мене сумка. Там кілька речей, якщо прийдеться це викинути. Ліки, документи. Ну, там в мене сумочка. Вода. Все. Пару масочок. Музика.